Этот магребинец уже много раз приходил ко мне и уговаривал меня выйти за него замуж. Но я не слушаю его. Я все время плачу о тебе. Ну, ну успокойся. Я здесь. А где он спрятал лампу? Он никогда с ней не расстается и всегда держит ее при себе. Так. Так. Слушай, когда магребинец опять придет к тебе, будь с ним поласковее. Ладно. Попроси его поужинать вместе с тобой. И когда он начнет есть и пить, всыпь ему в вино этот сонный порошок. Поняла? Как только он заснет, я войду в комнату и убью его. Хорошо. Он уже скоро должен прийти. Иди за мной. Я тебя спрячу в темной комнате. А когда он уснет, я хлопну в ладоши, и ты войдешь. Стой и жди здесь, в этой темной комнате. Будур, где ты? Я здесь. О, господин мой, подожди немного. Я принаряжусь, а потом мы вместе с тобой поужинаем. Хорошо. Я зайду, едва ты принарядишься к ужину. Кажется, все готово. Где вино? Ах, вот оно. Так, идет. Я снова пред тобой, моя красавица. О, господин мой, обещай мне исполнить сегодня все, что я у тебя попрошу. Хорошо. Ты сегодня такая ласковая со мной. Пей. Это чудное вино. Я что-то сегодня быстро пьянею. Вино ударило мне в голову. Дай мне твой кубок. Я отопью из него глоток. А ты выпей из моего. И Будур подала магребинцу кубок вина, в который она подсыпала сонный порошок. Магребинец выпил его и сейчас же упал, сраженный сном. Аладдин только этого и ждал. Он вбежал в комнату и, размахнувшись, отрубил колдуну голову, а потом вынул у него из-за пазухи волшебную лампу и потер ее. Я к твоим услугам, владыка лампы. Отнеси дворец на прежнее место! Через мгновение дворец уже стоял напротив дворца султана. Султан в это время сидел у окна и горько плакал о своей дочери. О, чудо! Что я вижу? Дворец на прежнем месте, о моя Будур! Заходите, о владыка султан. Отец, я снова вижу тебя. Аладдин,
ты должен меня понять и простить. За что? Ну, я хотел отрубить тебе голову, но ты сам посуди. Ну, о чем говорить? Я все-все понимаю. Не будем сейчас об этом. Все уже позади. Все на месте, наконец, и невиданный дворец, и диваны, фонтаны, посуда. Я вернул себе жену, а злодею-колдуну не вернет головы даже чудо. Все на месте, все на месте, и вдобавок мир в семействе, и не позже, чем к обеду, образуется обед. А поскольку что ни блюдо, то невиданное чудо, очень трудно согласиться, что чудес на свете нет. И Аладдин зажил в своем дворце вместе с женой и матерью счастливо и спокойно. Так они и жили до глубокой старости.